Здравствуйте! Сегодня я расскажу об отказных подходах. Значит, я сейчас часто читаю в интернете, что сейчас по новейшим методикам никто отказные подходы не делает. Все это вчерашний день, вчерашний век и все такое. Судя по тому, какие были чемпионы, допустим, Золотой Эр, 60-х, 70-х годов, да? Ну, вот и какие сейчас, посмотрите, кто из них лучше смотрится. Лично мнение огромного большинства людей, естественно, Арнольд там или Зейн намного, намного лучше смотрится, чем там, допустим, вот эти современные монстры. Посмотрите фильм «Качая железо», как они тренировались в то время. Как сам Арнольд сказал, тот, кто может преодолеть вот эти вот последние разы, сделать до отказа, сказать себе, да, я могу, я сделаю, еще раз, еще я сделаю, несмотря ни на что. Именно тот человек достигнет отличного результата. Именно тот, который может сделать настоящий отказной подход. И все, как говорится, познать древо по плодам. Посмотрите на их вид, прекрасный вид, и мощный, и мускулистый, и огромный, и эстетичный при этом. Вот. Поэтому вот эти вот все слова, там, новейшие методики, я вообще отношусь к этим таким со смехом, честно говоря. Колесо давно придумано, его ничего придумать-то. Значит, вот наблюдая там, как тренируются люди в залах, да, наблюдая моих учеников, за эти 37 лет, что я работаю тренером, я вижу, что лучших результатов добиваются именно те мужчины и женщины, которые могут делать отказные подходы. Конечно, я не с первого тренировок даю новичку, да, отказные, но постепенно довожу обязательно, чтобы тренировки несколько отказных подходов было. Есть люди, которые не могут делать их, просто у них, ну, пытаешься им болевых качеств вытаскиваешь, ну, и не тянут они на это. Но они делают так, что-то вроде как отказного, не отказного. У них результаты, конечно, тоже есть, но намного хуже, чем у тех волевых людей. Кстати, женщины насчет этого даже бывает отказные подходы получше мужиков делают, вам скажу. Бывает так, пашут, у меня ученица Алена Боткина, да, когда она тренировалась, если кто-то приходил ко мне с моих учеников, да, они просто поражались. Они говорят, во-первых, почти без отдыха между подходами. Отказные, действительно были отказные. Вот у меня есть видео, где она приседает, присутствует на весь 50 килограмм, 90 на 16 раз, да. Ну, тут посмотрите, как она приседает. Видно, что приседает через «не могу». Именно воля на высшем уровне. И поэтому достигла прекраснейших результатов. Ну, также я всегда я тренировался с отказными подходами. Вот я тренируюсь больше 50 лет. Всегда в тренировке у меня был отказ. Я не представляю, что это за тренировка. Даже если вот я приезжаю в соревнования, да, допустим, там вот последний раз в 2011 в Бразилии выступал на чемпионате мира Федерации НАБА. Ну, да приезжаю, все равно у меня тренировок, конечно, меньше по объему, там меньше тренировок в неделю. Но обязательно отказные подходы присутствуют. Потому что если отказа нет, я вообще считаю, что и не тренировался. Их может меньше, чем вперед и подготовки. Но все равно они есть. Поэтому я же говорю, преодолевайте себя. Преодолевайте. Конечно, трудно самому это. Я сам тренировался всю жизнь. Да? Но, конечно, если у вас есть или напарник хороший, или тренер хороший, настоящий, опытный, да, который вот вы сделали, допустим, там, 10 раз на бицепс, да, и уже вроде не можете, а он вам говорит, давай еще, ты можешь, ты сделаешь еще, несмотря ни на что. И вот давай еще, поднимаешь, вот это через «не могу». Вот этот стресс мышечный, когда отказ идет, да, вот от этого самая мышца растет. Потому что если однотипная работа, 3 подхода по 10 раз, да, сделал так полсилы и пошел. Ни о чем это вот такая тренировка. Я не говорю, что каждый подход должен быть отказным. Но обязательно они должны присутствовать. Обязательно. Помимо мышц вы разовьете свои волевые качества.
преодолевать трудности, настоящие трудности. Это поможет вам и в жизни. Трудно, когда что-то не получается. А ты как в тренировке говоришь, я сделаю это, несмотря ни на что. И мужчины будут еще более мужественны, ну и даже и женщины более женственные. Женщина тоже у нас в нашей жизни частенько приходится преодолевать трудности побольше, чем мужчинам даже. Так что занимайтесь. Пусть тренировки будут короткие, но интенсивные, с отказными подходами. Не в мобильнике там ковыряться, там не сопли жевать. Не ходить по 10 минут между подходами. Пришли тренироваться. Мобильники выключили, спрятали, забыли о них там. Ну, вот. Потренировались там 30-40 минут по-настоящему. А потом уже, когда кушать, уже можете мобильник влезть уже. Удачи вам! С вами был Валерий Локтёв. Мне вот 61 год. Я прекрасно себя чувствую. Никогда не болею, несмотря на то, что всегда делал отказные подходы. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Всем удачи вам.